Я думаю о том, как я могу придать жизни вот этому кусочку наждачной бумаги. Как я могу вложить в нее душу. Я стараюсь делать это посредством самых разных разными способами, то есть это разные пробую техники, разные оттенки, то есть я не накладываю один какой-то однообразный оттенок, а постоянно делаю их множество разных оттенков, разные цвета добавляю, чтобы получилась такая гармония, как музыка. Стараюсь это сделать так. Посредством силы нажатия, давления, экспрессии. Пытаюсь как-то сделать жизнь в этом кусочке такой мертвой материи. Сейчас я добавлю сюда зеленый оттенок. Вот, и добавлю вот на этот синий фон зеленый оттенок. Добавлю желто-зеленый. Добавлю светло-желтый, то есть такой. Добавлю сюда темно-коричневый оттенок. Еще помогает смотреть на какую-нибудь картинку, какой-то пейзаж, то есть на репродукцию, как правило. Вот я смотрю классических русских художников, передвижников, или которые вас вдохновляют. То есть вас может пугать этот мир, который за окном находится. То есть пейзаж, допустим, реальный может даже отталкивать. То есть вы можете не находить в нем каких-то оттенков, потому что. Но в картинах, допустим, художников, импрессионистов или вообще любых картинах пейзажных можно найти много вдохновения. Потому что там много оттенков, там может быть какая-то своя гармония. Поэтому не нужно считать, что вы не художник, если вы не вдохновляетесь обычной естественной природой. Потому что она может быть к тому же не в самом лучшем состоянии. Может быть это зима. Вам может не нравится зима, нравится лето, может. То есть, или вы живете в каком-то таком месте, где нет какого-то изобилия в оттенках, в цветах природы. Допустим, вам нравится море рисовать. Хотелось бы, душа море рисовать, но моря нет рядом. Что-то такое. То есть, можно картины, репродукции художников. Я могу вам посоветовать, какие художники мне нравятся. Какие вдохновляют, какие картины. Можете в комментариях написать, если какие-то художники есть, которые похожи на то, что я рисую, чтобы я тоже посмотрел, если я их не знаю. И может, меня вдохновлюсь их искусством. Вот это обычный мелок асфальтовый, то есть или который рисуют на асфальте. А вот это пастель.
Особое внимание я уделяю дальним планам, дальним горизонтам. Мне кажется, в этом самое красивое есть в пейзаже. Полуразмытые дальние холмы, горы или, ну, вообще горизонт, небо, оттенки в небе. Боюсь, что я не вложил столько души в этот пейзаж, сколько нужно было, чтобы получился действительно какой-то живой, действительно красивый. Я боюсь, что я уже больше не художник. Раньше я добавлял сюда, сейчас я пробую добавить разные еще оттенки. Пробую добавить сюда светло-розовый, но его... Я дорисую позже, потому что сейчас уже темнеет за окном. Лучше всего рисовать при дневном свете. Наждачная бумага подорожала с кризисом. Весьма. Покупайте наждачную бумагу в строительном магазине. Советую покупать такую примерно 5H, чтобы она была такая твердая, ну как относительно твердая, не та, которая сгибается там в рулон, как и бумага. Пастели покупайте в магазинах художественных товаров, либо школьных товаров. Либо можно мелкие обычные купить, сухие, и рисовать так же, как я. Если у вас там депрессия или вы хотите как-то... Ну, обычно, я думаю, знаю... У меня за окном сейчас тут серые панельные с зеленым таким болотным оттенком дома. И все такое, ну, черно-белое, там, такая унылая, ну, унылая погодная палитра, погодные условия. И только небо красивое, розовый, там, желтоватый, какой-то голубой оттенок. И дальний берег, вот, красивый, и пар, который там поднимается откуда-то, дым. А вот с пейзажа, вот, сами вот эти вот дома... панельные, они очень ужасные, они подавляюще действуют на психику. Поэтому можно рисовать картины художников, смотря на картины художников, на репродукции. За окном не на что посмотреть. Еще да, мел он крошится.
Я мечтаю рисовать таким образом на стенах для людей, для города, либо для какого-то района, который будет построен специально для, в котором будут жить люди, которые будут, как это объяснить, они специально приедут в этот город, чтобы жить в месте, где все расписано пейзажами вот такими, ну, атмосферными мелками. Мечтаю рисовать на стенах и на тротуарах, которые будут покрываться специальным защитным стеклом от дождя, с подсветкой будет, чтобы люди могли ходить по нему и смотреть. То есть это будет как город-музей. У людей там не будет никогда депрессии, они будут жить счастливо в этом городе. Это город, достойный настоящих людей. Я мечтаю таким образом реализовать себя как человека, как художника, сделать что-то хорошее для людей, рисуют эти пейзажи. И не будет хейтеров, не будет, то есть, тех, кто неадекватно реагирует, потому что туда приедут именно те, кто специально хотят жить в таком городе, где нету таких стен серых, грязных, там, исписанных какие-то гадостями, то есть, а где пейзажи красивые на стенах и на тротуарах. Пусть будет, как я хочу, мечтаю создать первый в мире такой город. Я художник Александр Алёнин. Я даже не знаю, вот что это такое рисовать, ну, для города, где люди вот прям специально туда приехали, чтобы там жить в таком городе, где художник рисует для него. Если бы я знал об этом, если бы я мог бы жить в таком городе, рисовать для этого города, я бы был очень счастлив. Для меня бы сейчас то, что я все это время жил, мне бы казалось ужасным, очень, очень ужасным, не жизнью, а какой-то смертью. И то, что я сейчас рисую, это пустым каким-то по сравнению с этой моей мечтой. Есть какая-то в жизни, вот когда растираешь эти, смешиваются эти цвета сухой пастелью. Есть в этом какая-то жизнь, это переливы жизни, что-то в этом есть такое. Дорисую в другой раз, когда будет светло. Вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Vincent from Siberia. Комментируйте. Что, хорошо под музыку рисовать-то. И когда-нибудь появится город, где я буду рисовать пейзажи на стенах и на тротуарах, и это будет не уничтожаться, это не будет вызывать такую агрессию, как обычно, а это будет специально для людей, будут этому радоваться, будут жить в этом городе специально, чтобы специально там купят свои дома, чтобы жить именно в таком городе, а не сером. Больше уже никто не будет жить в этих серых домах, никто не захочет в серых городах, какие до сих пор существуют в мире повсюду.